Кировском районе, недалеко от остановки «Советская», при падении с высоты 15 этажа погиб сотрудник Тихоокеанского госуниверситета, занятый в IT-сфере. Трагедия случилась в светлое время суток, тело было обнаружено сразу же. Местные жители звонили врачам, но те чудо сотворить не смогли. Мужчина 1984 года рождения погиб практически мгновенно от травм, несовместимых с жизнью. Хабаровчанин жил в этом доме на 11 этаже, квартира принадлежит его отцу. Однако место, откуда выпал или выпрыгнул горожанин, находится выше его жилья. Это общий балкон, куда имеют доступ все. Утверждать это позволяет табурет, найденный у перил. Его мужчина принес из дома и постелил на него пакет, чтобы не испачкать уличной обувью. Эксперт определил, что отпечатки на полиэтилене совпадают с рисунком подошв мокасин погибшего. На балконе не имеется каких-то предметов, до которых мужчина, например, хотел бы дотянуться и оступиться. Не имелось у него и мотивов сделать умышленный шаг. Во всяком случае, родителям об этом ничего не известно. В компрометирующих учетах хабаровчанин не состоял и характеризовался положительно. Супруги и детей у мужчины не было. Проверку ведет Следственный комитет. С места происшествия Юлия Зима и Павел Рогатин.